Слушай. Видно чек какой. Ничего, да? Опа! О! Никто ничего не видит, то ли я бил, то ли не бил. А я отсюда могу уже и удар нанести, вот смотрите. Я беру раз, и еще бил через. То есть что-то происходит. Да вообще такое ускорение. Давай. О, о, раз. А я кивал, видишь, отпустил тебя. А так надо, смотри. О, а я вот. Не врываешь. Дыши, 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 дыши. Ой. Да вообще просто все уезжает. Да. Боремся, а я мочи. А это как шуруп в одну сторону, в другую, в одну другую. Да? Держи. Ой! Так можно. Можно как бы вакуумный удар, можно обжигающий. Я сейчас среднее сделал. Видишь, вот это ударил такой. Вот, смотри. Видишь, горчичник? Нормально? Да вообще, бог. О. А я раз. Ой-ой-ой-ой! Да ты что было такое? Случайно. Грудь волосатая, смотри. Видишь, грудь волосатая. Видно, да? То есть люфты убираем, верхняя губа, нижняя губа. Давай. Я ж не сидел. Да, раз. Вот видно, ничего не сделал. А если вот. Этого чего он не дерется, да, Стима? Ну, фу-фу, порвет, ну, хуйня. А когда там парализуется, все. Вот, и на верхней губе. Все, пошли. Вот, а здесь нос, рычаг, смотрите. Ух ты! О! Шея, что не ломать здесь? Уши. Видно, да? Ну, хватит вам пока, давайте. Можно шею либо ему так сломать, вот, да? Все, я тебя сломал. Да. Сам. А можно под собственным весом, чтобы сам сломал. Лежит. Ну все, подержать чуть-чуть, и все, она сама сломается. Что, все повылетает, нафиг все позвонки. Вот видно, мы боремся. Я раз под 45 сюда долбанул, да? То есть уже все, давай. Бой закончен. Да. Можно так, типа, двумя под 45 начкануть, да? Мне остается только плюну, да? Это разводник, блин. И пошел домой. А я подошел, блин. Все, уже рука два раза бьете по мышце, она сокращается. Видно, да? А здесь. О, можно, да? О, вот отлично. Видишь, я что? Ты меня реально брал, я тебя, видишь? Я испугался, говорю. А замаха видно нет, вот одной кистью работаю. Еще и рука сразу. Ну, когда не нажимается, не сжимается, надо. Да, вот вы попробуйте эти вещи, которые. Это хорошие вещи. Да, да. Можно прожимать, да. А, ну вижу что-нибудь. А я тебя здесь могу. Куда? То есть не важно. То есть все как бы, все, есть болевые точки, да, эффектные. А когда умеешь все тело поливать, то ты будешь здесь. То есть видно, как больно? Видно? Да. Казалось бы, твердая мышца, она прожимается. Так. Что-нибудь мы делаем, да, ну, давай. А я тебя. А! Ой! Фу. То есть эффект, видно? Так, кто худой? Есть, у кого нет? Там похоже тоже. Да. Под, давай. Ну чуть. А я область сердца, видно? Здесь на момент интересный, смотри. Вот так, чтобы оно зашлось. Раз, еще вот сюда. Видишь, эффект такой. Ну, только аккуратно, потому что сердце, я дозировку чуть. Ну, хватит пока, попробуйте. Вот я это. Думаю, да. А я вот ударить. Можно вот так ударить. Ну, чуть. Ты его даже не увидел, кто туда, согласен? Да я вообще перестал. Да, да. По науке сознание выходит за информационное поле. Потом раз, я вот здесь, видишь, что можно. Поэтому мне все тело точка. Когда вы умеете, давай. А я раз здесь прожал. То есть я не здоровый, у меня кисть не сильно. Но откуда энергия-то идет? Она вот, вот она откуда идет. Поэтому как бы вас человек не держал. А я вот мышцы тебе, видишь, ладно, пустил. А я тебя, видишь, что? Поэтому видно, я прожму все, что угодно. А я здесь, видишь, вот как это, да? Вот здесь вот, допустим, кивательно есть, да? Вот здесь, ну, боремся, а здесь кивательно. Видно? Про руки вообще забывай сразу. Да, как брать? Взяли, не так вот, как, ой, взяли нормально, поискали, вот, ну как, вот.
Вот, а теперь. Вот. Ну, можно держи еще. Вот раз кивать. А вот. Здесь сломали, да? Можно? То есть прожимаем? Конечно. Но ему почему было больно? Потому что все равно. Девушка сознание чуть не потеряла. Она с подносом шла. Ох! Раз. О! Видно? Во! Вот держим, да? Вот, к примеру, что-то вы захотели. Вот. Да, я вообще не двигаюсь. Начали по точкам, да? Давай. Потом кивать, значит, мы взяли ухо то же самое, да, Олег? Не так вот, а взял душевно трепал, уже видишь тебе, а я еще третий помню. Вообще, видно? Двигаться не могу. Да, да я тебя сюда могу, что ли, справа. Ну я его отпустил, а так все, что-то были. Опа. Вообще мне хочется продолжать посмотреть. Что-то вот здесь вот можно сказать, их убить, чтобы не выбить. Либо так держим, а если так выбить, либо вот так. Сразу в голову, да, идет? Да. А можно и вот сюда бить, смотрите, здесь стык челюстей и с протягом. Она вылетает вообще через. Ну и все. И к врачу. А знаете, попробуй. Пока хватит.